Всех приветствует Компьютерная Академия и наш партнер сайт ремонтка.про. Сегодня хороший вопрос. Компьютер или ноутбук не видят видеокарту. Как исправить? Некоторые наши зрители сталкиваются с тем, что персональный компьютер или ноутбук не видит видеокарту в диспетчере устройств. Чаще всего речь идет, как всегда, о видеокартах или видеоадаптерах NVIDIA или AMD. Это, в свою очередь, приводит к невозможности нормально использовать игры и приложения, требующие ускорения графики. В этой секретной инструкции мы расскажем о том, что делать, если вы столкнулись с тем, что э, видеокарты нет в диспетчере устройств Windows 11 или Windows 10. Чем это может быть вызвано и дополнительная секретная информация на тему, которая может оказаться полезной при решении данной проблемы. Итак, поехали. Итак, давайте разберемся с вопросом, как именно не определяется видеокарта. Прежде чем приступить к выбору способов решения, обратите внимание, что видеокарта может быть не видна по-разному и в зависимости от конкретного случая. А первоочередные действия могут отличаться и будут отличаться. Итак, наиболее распространенные варианты. В разделе «Видеоадаптеры» нет нужной видеокарты NVIDIA AMD или Intel, но присутствует базовый видеоадаптер Microsoft или стандартный VGA-адаптер. В этом случае проблема гарантирована, проблема гарантирована в отсутствии необходимых драйверов. При этом сама Винда может сообщать, что наиболее подходящий драйвер уже установлен. Очень часто такое случается. Следующая в списке видеоадаптеров присутствует лишь одна, например, интегрированная из имеющихся видеокарт. А нужной даже в виде базового видеоадаптера нет. А при этом в других разделах присутствуют неизвестные устройства, в разделе другие устройства, PCI-устройства с ошибками. Здесь, вероятно, причина, опять же, в драйверах, но не обязательно самой видеокарты. А, например, похожая картина может быть и при отсутствии необходимых драйверов чипсета а в некоторых случаях при использовании устаревшей версии Windows. Ну и последнее. В диспетчере устройств отсутствуют какие-либо признаки наличия нужной видеокарты. Это нет базовых видеоадаптеров, неизвестных устройств или устройств с ошибками. Причины могут быть аппаратными. Это подключение, питание, неисправность видеокарты или разъема. Либо быть, это может быть причина вызвана неправильными настройками работы PCI Express в биосе или Wi-Fi компьютера или ноутбука. В зависимости от вашей ситуации вы можете использовать следующие подходы к решению проблем. Итак, поехали. Итак, драйвер видеокарты, на что именно я вот тоже попадался, у меня уж э, на нашей машинке стоит видеокарта RTX 3050 и так далее, я ее поставил, а машинка как-то не очень-то и отреагировала, что я ей новую карточку подсунул. Итак, драйверы видеокарты. Если дискретная видеокарта отображается как базовый видеоадаптер Microsoft или стандартный VGA, графический адаптер, вам по всей необходимости достаточно установить необходимые драйверы для нее. Сделать это можно следующими способами. Скачать подходящие для вашей модели видеокарты и версии Windows с официального сайта Nvidia, AMD, Intel и установить его. Ссылочка на Nvidia будет у нас в описании, ссылочка на AMD в описании и ссылочка на Intel тоже будет у нас в описании. Второе. Скачиваем драйверы видеокарты, обычно, э, обычно обозначенные как VGA, сайты производителя вашей материнской платы, а только для интегрированного видео э, в данном случае, или сайты производителя ноутбука именно для вашей модели устройства, по-любому. Ну и третий пункт. Использовать сторонние программы для автоматической установки драйвера мы рекомендуем э, Snappy Driver Installer. У нас есть, конечно, вот отдельное видео на нашем канале по теме базовый видеоадаптер Microsoft, как установить драйвер. Более подробно вот это вот решение проблемы есть у нас в отдельном видео. Когда винда устанавливает с точки зрения винды правильный драйвер и так далее, а наша видеокарта нормально не работает, так что вот этот вопрос у нас в отдельном видео освещен. Важное замечание. Если речь идет о современных видеокартах, то в случае, если на компьютере установлена старая система Windows, семерка, восьмерка, одна из первых версий, десятая винды, самая старая, оригинальные драйверы с официального сайта могут не устанавливаться, а видеокарта не обнаруживаться. Решение это ну, обновлять, обновлять вашу винду, десяточку до версии 22H2 или Windows 11 до версии 23H2. Идем далее. На что еще надо обращать внимание? Это драйверы чипсета. В некоторых случаях отсутствие оригинального драйвера чипсета может приводить к проблемам в работе подключенного оборудования, в том числе видеокарты. Очень часто это может случаться. Решение – это установка всех драйверов из раздела «Чипсет» с сайта производителя вашей материнской платы или ноутбука. Достаточно найти официальную страницу поддержки вашего устройства и раздел «Загрузок» на ней. В случае, если речь идет о ноутбуке, дополнительно может потребоваться установка драйвера управления электропитанием. Также поможет, может быть доступен на официальном сайте и обозначаться как Power Management или ACPI, по-русски если называть, или похожим образом. Вот эти вот разделы могут называться. Так что чипсет тоже должен быть задействован правильно. Следующий фактор, на который надо обращать особое внимание, особенно со старыми видеокартами, это подключение. При отсутствии каких-либо признаков наличия дискретной видеокарты в диспетчере устройств, проблема может заключаться в ее подключении, а в частности, не подключены дополнительное питание видеокарты при наличии соответствующего разъема на ней. Многие наши зрители попадаются, переходнички отсутствует или они есть и немножко другие они ставят только в одну ячейку например вот в эту ячейку вставляют а в эту мол не надо и так будет работать некоторые старые видеокарты они проверяют питание при запуске и если вот э, на дополнительном разъеме недостаточно будет э, силы тока то, соответственно, на черном экране у нас может выводиться, что подключите, и дальше у нас никакая загрузка не идет. Это очень важно. Следующая видеокарта не плотно установлена в разъеме. А такое может произойти как при первоначальной ее установке, так и для давно установленной видеокарты. Например, после перевозки, переноски персонального компьютера тяжелая видеокарта из пластмассового разъема может немножко так сказать, выходить, искривляться, провисать и так далее тоже может быть. Ну и последнее, это окисление контактов на видеокарте. Можно почистить все это дело ластиком, я вам показывал. А вот э, на карандашах у нас ластик такой есть, полезнейшая вещь. Либо загрязненные, поврежденные контакты, разъемы PCI-Express э, тоже у нас могут. Скажу следующее, лечение у нас элементарное. При выключенном персональном компьютере мы берем видеокарту, вставляем, вынимаем, вставляем, вынимаем и вставляем. После этого гарантированно ваша видеокарта начнет работать. Двигаемся далее по нашему видеоролику. Следующее очень важное место, куда надо заглянуть, это настройки BIOS или UEFI. Итак, если ваш персональный компьютер или ноутбук не видит интегрированную графику, при этом процессор ею оснащен, а в большинстве случаев Причина в том, что соответствующий адаптер отключен в биосе вашего компьютера или ноутбука. Скажу следующее. Есть там такие настройки. Или, например, вновь установленную видеокарту ей приоритет дают. Или, например, в биосе есть настройки только интегрированную видеокарту в процик, только ее включать. А есть настройки использовать и то, и другое при подключении и так далее. Итак, опция может находиться в разделах в различных разделах обычно где-то в System Configuration, Advanced, Onboard Device Configuration, Graphic Settings и называться IGFX, Internal Graphic, Intra интегрированная графика или аналогичным образом, по-разному может называться. В случае же, если проблема возникает с дискретной видеокартой, найдите и изучите настройки работы интерфейса PCI-Express. Обычно достаточно установить соответствующие настройки в режиме «Авто». Или вовсе сбросить BIOS, по умолчанию на настройки заводские. И у вас все, в принципе, после перезагрузки должно все выйти и получиться. Особенно, когда вы в биосе что-то конфигурите, но это обязательно. Выходим из биоса, сохраняем все наши настройки, F10, Y, Enter, перезагрузка аппарата, и у вас все должно, в принципе, начинать правильно работать. Ну и как всегда, по окончанию нашего видео для наших зрителей дополнительная секретная информация некоторые дополнительные нюансы, которые могут пригодиться в контексте решения проблемы с видеокартой. Первое. Если в диспетчере устройств присутствует устройство с ошибками, особенно устройство PCI или PCI-Express, попробуйте решить проблему с ними. Установка драйвера чипсета, удаление устройства в диспетчере устройств с последующим выбором действия, далее обновить конфигурацию оборудования в диспетчере устройств. Следующее. Если при установке драйвера NVIDIA вы видите сообщение «Продолжать установку невозможно», может пригодиться отдельная инструкция. У нас ссылочка будет в описании. Есть там такая штучка. Следующее. В, а, вот, в, в этой инструкции, которую вы будете смотреть, упоминалось, а, но, в принципе, повторюсь, с установкой современных видеокарт старые версии системы, даже если это десятка, но самые ранние сборки, могут быть проблемы, решаемые обновлением операционной системы до актуальной версии есть такое дело особенно в наше время следующее в некоторых случаях может помочь обновление биоса материнской платы если установлена одна из первых версий, может иметь смысл попробовать выполнить э, обновление до более правильных, э, до более, так сказать, новых версий BIOS. Скажу следующее. Например, вот RTX 3060 на платах Z390, э, они могут нормально не работать. <coughs> BIOS их может видеть, или железо само их видит, но дальше а, у нас ничего не получается, так что видеокарта нормально не хочет работать. А почему? А, наши партнеры рассказывали, говорит, Валерыч, надо обновить BIOS, и тогда видеокарта 3060 RTX будет работать даже на платах Z390. Так что обновление BIOS а есть такая штука. Следующее, на что надо обратить внимание, проблемы с блоком питания. Недостаток мощности также может привести к рассмотрению проблемы с видеокартой, особенно со старыми э, картами, э, например, 770 -е. Там такие дополнительные разъемы. И не дай бог, если э, блок питания не будет держать э, правильный ток, то сама видеокарта при тестировании скажет: не даже включаться не буду. Учитывайте, даже если номинальная заявленная мощность блока питания достаточно, они подвержены износу и со временем могут э, не выдавать установленную мощность. Есть такое дело. Именно слабый. Блок питания. Как бы он рабочий, а на самом деле токи-то нормальные уже и не выдает. Ну и последнее: если есть возможность, проверьте работу этой же видеокарты на другом компьютере, будет ли она работать на нем? Это позволит исключить аппаратную неисправность самого ГПУ. Надеемся, один из вариантов вам поможет в случае, по крайней мере, или, ну, или даже, в принципе, позволит вам разобраться, в чем именно проблема, и предпринять соответствующие. Правильные шаги. А хорошую видеокарту а, все-таки система любит по-любому. Так что удачи вам в настройке вашего шикарного компьютера. Это канал Компьютерная академия и наш партнер сайт remotka.pro. Я думаю, данная информация была вам полезна. Смотрите наш канал, ставьте нам лайки, делайте подписки. С нами будет интересно.